Блять, куда ехать вообще? Ненавижу эту карту фьорды. Уебанская карта. О, Владосик еще здесь. Уже два небота как минимум. Круто. Хотя бы два человека меня смотрят, видимо. Два небота. Одобряем, одобряем. О, еще и Рустамчик. Рустамчик еще здесь. Ничего себе. Здорово, привет. Мне тоже нравится ФВ. ФВ, да, как крутой танк. Иногда. Блин, я тут могу засветиться как... Очень повезло, что я не засветился. Я на самом деле, я сейчас засвечусь. Вячеслав, здорово. Привет, Слава. Ничего себе, меня, получается, не боты смотрят. Ну, это хоть спасибо. Я думал, одни боты. Рад всех видеть, кстати. Очень рад всех видеть. Блять, это капец. Столько ПТ-шек опять. И ни одну вон там не светят. Просто видите, в чем проблема? Если я засвечусь на ней, да? Ну, вы понимаете, что со мной будет. Я сразу в ангар нахуй отлечу. Я сразу же в ангарчик отлечу. Алексей пишет, ехай, не очкуй. Да, блядь, не знаю. А куда ехать-то? К тяжам. К тяжам смысл ехать. Вот там дерево завалилось. Пожалуйста. Я в гриля промазал. Вообще охуенно. Сейчас хавик меня увидит. Прикольно. Сейчас коплю на 215, то ФВ, как думаешь, стоит взять? Которая за боны, да? По факту одно и то же. Че это ФВХ, че там? Ну, у той брони побольше, конечно же. Вот. Где она? Ну, она тоже, то же самое, картон, конечно же. Но она, наверное, чуть больше должна танковать. Это точно. Это я уж точно могу сказать, что она... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И даже не засветили. Это тебе. ПВЗшечка, пожалуйста. Красава! Слушайте, а может быть мы сможем выиграть этот бой? Надо 260-го пробить сейчас. Когда он впарываться будет. Ой, с поджогом. Я специально полностью свелся. Чтобы, не дай бог, ничего. Блин, меня вот, я знаю, эта карта любит, да, на этом танке. Это просто пипец, как она любит. И дай бог, хорошо, что ее сегодня нету в этом бою. Я прям очень рад. Так, ладно, заберем шотник. Шотный танчик заберем. Виталий, здравствуйте, уважаемые. Всего вам доброго, хорошей игры и приятного времяпровождения. Спасибо, Виталий, спасибо. Спасибо за поддержку. Анатолий лайк прожал. Вот это я уважаю. Вот это сразу же зауважал. За лайкосика. Лайк поставил, это плюс к уважению, плюс к карме, так сказать. Плюс к всем вот этим моментам, жизненным аспектам. Кстати, не светилось еще два танка. Вот, и... Кстати, а, блядь, почему у меня второй раз уже закрывается? Сама по себе. В прошлом, короче, вчера тоже, прикиньте, играл в этот, как он? Ну, стримил. Да, и у меня просто YouTube сам закрывается. Бывало кого-нибудь тогда, кого-нибудь
Такое бывало когда-нибудь? Просто смотришь какой-нибудь ролик. Я сейчас открыл просто свой стрим. Вот, и у меня, блядь, он просто закрылся. Какого-то черта, я не знаю какого. Очень странно. Так, вообще там ФВХ, да, по идее. Если ее засветят, ё-моё, как же я могу ей красивенько дать? Ого. Побип пишет, тоже у него было такая ерунда. Вот, у меня вчера то же самое было. Я просто смотрю YouTube, ну, по факту я просто открыл свой стрим. Я мог любой другой открыть стрим, любой другой мог видео открыть. Какая разница, чей мой, не мой, да, с моего канала, не с моего канала. И он просто закрылся. Просто сам закрылся. Нормально это вообще, нет? По-моему, это какие-то баги. А почему, смотри, он же еще живет, у него 88 хп. Мне что, мне его убивать, что ли? Ладно, убью. Мне не западло так-то. В объезд уехали? Куда в объезд? Они могли, кстати, вот отсюда поехать. Не, не, фон ФВшечка. И я КД, блин. Ой, господи, пожалуйста. Поживи, маленечко, родненькая. Не успею, да? Что? Вы это видели? Охуеть, да? Так, сейчас главное... А, прикольно. Охуеть, блядь. Он меня не увидел? Он меня не увидел. Это было красиво, это было вообще пипец как красиво. Я даже сам не ожидал, я просто наобум стрельнул. С вероятностью... С уверенностью, что я не попаду. Думаю, у всех такое бывает, когда... Просто так на отъебись стреляешь, а оно залетает. Ну, там я видел этот мини-прострел. По идее. Вот он, видимо, туда и залетел. Но если нам ко мне приедет Е5, мне ГГ. А он ко мне приедет сейчас рано или поздно. Ну все, мне надо уезжать, короче. Смотрите, в чем прикол. Сейчас они просто. Они либо вот отсюда поедут, а скорее всего они вот так вот в объезд поедут. Вот. И все, они будут нас убивать потихонечку. Куда мне теперь вставать? У меня маскировка еще настолько говняцкая, что меня могут вообще хоть откуда светить. Понимаете? Я вот думаю, может быть, вот в эту позицию встать. Я видел раньше, что туда вставали. Думал затащить, я тоже думал, мы затащим, если бы у нас там какой-то танк, который был на базе, не слился бы. Мне кажется, мы бы затащили бы. А сейчас я уже сомневаюсь. Блин, зря я дерево сломал. А, гриль поехал туда. Ну все, прикольно. Сейчас ВЗ-ху убьют и все. Ну видите, я просто не угадал с направлением. Я не думал, что они ВЗ-ху будут пушить. Вот и все. Ну я здесь не виноват. Я считаю, что я здесь не виноват. Как я мог угадать? Я просто предположил, что они отсюда могут поехать. Они поехали совсем другого направления. Сейчас я убью Хэвик, потом меня убьют. И пятый с грилем и все. Ладно, играем, это дерево упало, кстати. Т-57 уже забрал Хабиб. Уже в ангаре он. Но гриль не глупый, я думаю. Поэтому... Сейчас Е5 дождется.
Вот, а потом выйдет, наверное. Или нет? Вот это дерево было сломано? Почему и пятый не едет? Понял. И5 АФК. И5 может быть АФК? Очень странно. Ну ладно, поехали. Я даже не знаю, в какую сторону ехать. Но я, блин, Е5, мне надо его раз пробить. И вторым я его заберу. Либо с двух ББшек. Я думаю, он со своим ДПМом меня может просто, если в упор я его встречу. Он меня раз этого это, раздамажит, скорее всего. А, мой Е5, может быть, и не фуловый, кстати. Точно, он же не фуловый. Ладно, все, ребят, тихо. Пытаюсь тащить. Я не помню, а сколько по времени захватывается база? Кто не в курсе, может в чате написать. Один базу сколько захватывает? Я успеваю на захват стать? Я просто реально не помню. Он АФК. Пацаны, он АФК, прикиньте. Я в ахуе просто. Прикиньте, сейчас подъезжаю, он оживает. И меня поджигает. Прикольно бы было. Кстати, воина взял. ВБшка, по-моему, подешевле стоит, да? Чем фугас. Давайте на ВБшку перезарядим. Экономить так экономить во всем, я считаю. У меня время еще есть. Кстати, я против троих, да, за вас затащил? Или против двоих? Против двоих, по-моему. Жесть, блин, какая-то. Реально жесть какая-то. Ого. Что-то выполнил там. Анатолий, я сам в шоке. Мастера дали даже. Я сам в шоке просто в лютом. Честно говоря. Просто жесть. 6 фрагов. Я против троих или против двоих вытащил?